довоенное дерево, золотое до безумия, довоенные демоны, относительно беззубые. В этом трепетном аквариуме мы вдвоем, романтические твари в уме не в своем, кувыркались и кутили вдали. С нами вместе гоп-комрадия хриплых ночей, но послушны воле радио гипнолучей, все они перемутировали. Эта сторона глобуса наиболее опасна, эта сторона космоса гидросто тысяч опасна. Эта страница рукописи свернута Мёбиусом на небеси. Сколько угодно листай, Гоеси, не перевернется. Эта страница рукописи свернута Мёбиусом на небеси. Сколько угодно листай, Гоеси, не перевернется. Все нескверные, верные, благородные, озлоблены. Было б легче, наверное, если бы это были гоблины. Но не то, что бандерлоги, а люди умы, под влиянием апологии и чудища тьмы, пробегают половину пути. Даже мы хоть не в паноптикуме, отродясь, увязаем в нем по ногти, во тьме находясь, и киваем не окей, но почти. Эта сторона глобуса наиболее опасна, эта сторона космоса гидро сто тысяч опасна. Эта страница рукописи свернута Мёбиусом на небеси. Сколько угодно листай, Гоеси, не перевернется. Эта страница рукописи свернута Мёбиусом на небеси. Сколько угодно листай, Гоеси, не перевернется. Год прошел, впрочем, версии от недели до столетия. Помнишь, как до диверсии были факты поконкретнее? Отвалились аргументы, бессмысленен спор. Все же не в своем уме были мы до сих пор. Неспроста у нашей лодочки крен от огромных расстояний и тысячных толп. Остаемся ты и я и ты, это столб. Остальное все на ложечке крем. Эта сторона глобуса наиболее прекрасна, эта сторона космоса к нам особенно пристрастна. Эта страница рукописи свернута Мёбиусом на небеси. Сколько угодно листай, Гоеси, не перевернется. И не надо, эта страница рукописи свернута Мёбиусом на небеси. Сколько угодно листай, Гоеси, не перевернется. Не перевернется. Не перевернется.